работаю в онкоцентре Давидов более 15 лет. А врачебной деятельностью в Израиле занимаюсь более около 25 лет. И в настоящее время я заведую стационарным онкологическим отделением, плюс являюсь старшим онкологом в уро-онкологической единице, которая обслуживает пациентов с опухолями мочеполовой системы, простаты, почек, яичек, далее, и молочной железы. Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. И поэтому очень важно вовремя его выявить, если выявили, правильно его лечить, и, конечно, с наименьшим ущербом для дальнейшей жизни женщин. Поэтому на каждом этапе мы можем предложить современные методы. Раннее выявление – это диагностические процедуры, это маммографии, это новые диагностические аппараты, это тепловые ультразвуковые установки и много-много другой аппаратуры, которая позволяет на ранних стадиях выявить рак молочной железы. Следующим этапом является уже, когда мы определили наличие опухоли, как ее лечить. И вот сегодня на помощь нам приходят различные молекулярные анализы, которые определяют специфический тип данной опухоли у данной женщины и тем самым позволяют подобрать персональное лечение для данной пациентки. И, конечно, как ни грустно нам об этом говорить, все равно существуют более прогрессивные стадии рака молочной железы. И сегодня мы можем предложить огромное количество разнообразных препаратов, как химиотерапию, как таргетную терапию, так и иммунотерапию. Знаете, если бы вы спросили меня, задали бы мне этот вопрос еще буквально год назад, мне бы было очень грустно отвечать на него, я бы просто вам сказала, что это заболевание многие годы являлось сиротой вообще в онкологической сфере. Сегодня я с гордостью могу сказать, что да, нам есть что предложить этим пациентам, даже на продвинутых стадиях. И это иммунотерапия, которая, в принципе, буквально за последние месяцы показала замечательные результаты и, в общем-то, вселяет и в нас, и в наших пациентов надежду. Мочеполовая система включает в себя и такие заболевания, как рак почки, не только мочевой пузырь, но и рак почки. Заболевание, которое не отвечает ни на химиотерапию, ни на радиотерапию. И сегодня мы предлагаем и биологические препараты, таргетные препараты, так называемые. Есть арсенал, состоящий из 10 препаратов, комплексное лечение, сочетание иммунотерапии и таргетной терапии, сочетание двух иммунотерапий. И иммунотерапия сегодня при раке почки позволяет в некоторых, в редких случаях, но полностью вылечить от данного заболевания. То есть даже больные на четвертых стадиях в небольшом проценте полностью могут излечиться. Остальные же получают возможность продолжить свою жизнь, при том не с ухудшением качества жизни. Если мы будем говорить о раке простаты, здесь у нас есть просто набор совершенно разных методик и лечений. Это, во-первых, ультрасовременная радиотерапия, которая позволяет вылечить наших пациентов. Притом сегодня мы внедряем гипофракционацию, которая позволяет уменьшить количество облучений при том же эффекте.
онкологического это дно. Есть сочетание радиотерапии и гормональной терапии, новые химиотерапии, сочетание новых гормональных препаратов, правильный подбор последующих лечений. И самые интересные находки сегодня — это бон-таргет терапия, использование радиоэмиттеров для лечения рака простаты, у которых у пациентов с метастазами в костях, которые приводят как к клиническому улучшению, так и удлинению жизни. Еще раз я говорю, что все эти лечения не ухудшают, напротив, улучшают качество жизни наших пациентов и позволяют им вести совершенно нормальный образ жизни. То есть это работать, ездить отдыхать, растить детей, внуков и, в общем-то, продолжать жизнь во всех ее сферах. В свое время, давайте начнем издалека. Мы знаем, что в онкологии лечит химиотерапия. Химиотерапия приходит и действует на каждую клетку организма. И на раковую клетку, и на нормальную клетку. Поэтому у всех у нас есть как бы стереотип, что любое лечение онкологическое обязательно должно уложить пациента в кровать, обязательно он не пьет, не ест, рвет дальше, чем видит. Все это не так с таргетной терапией. Она действует на определенные энзимы, на определенные ферменты, которые ответственны за развитие этой раковой клетки, которые ответственны за производство новых сосудов и деления клеток. Когда эта таргетная терапия закрывает определенные какие-то моменты, клетка перестает делиться и умирает. Вот это таргетное. Оно не бьет по всем клеткам организма. Поэтому иногда, даже если ты посмотришь на нашего пациента, ты даже не определишь, что он онкологический пациент. Комплексность. Я считаю, что комплексность подхода к данному пациенту, потому что мы видим его, мы ведем его с самого начала, мы можем предложить ему все от диагностики до лечения и сопровождения его после выздоровления на многие-многие годы. Мы можем предложить ему персональный, индивидуальный подбор лекарств, конечно, поддерживающую терапию на самом современном уровне. И это, кроме того, это комплексные группы врачей. Это группы врачей, которые работают вместе. Это онкологи, это хирурги, это радиологи, радиотерапевты. Все собрано в одном центре, в одном месте, позволяет дать человеку оптимальное лечение. За годы существования онкологического центра Давидов мы действительно встречаем много пациентов из различных стран, в том числе и из стран бывшего СНГ. Мы всегда рады помочь им. Я думаю, что есть большой плюс в нашей стране и конкретно в Давидове, что у человека есть возможность поговорить на одном и том же языке. В такой критической стрессовой ситуации ты с трудом вообще соображаешь, как себя зовут. И когда напротив себя тебя сидит человек, который в состоянии объяснить тебе все на русском языке, помочь тебе. Кроме того, окружение, которое очень помогает и сопровождает тебя на каждом шагу, я думаю, что это большой плюс. У нас есть возможность лечить и стационарно, и амбулаторно. И кроме того, связь с нашими заграничными пациентами не прерывается после того, как они излечиваются. Они продолжают приезжать к нам на наблюдение, и мы переписываемся с ними при любых возникших вопросах. Мы всегда открыты для них, наши двери всегда открыты, наши мейлы тоже, наша электронная почта всегда 24 часа в сутки открыта для них.
Поэтому, если случилось, приезжайте, и мы поможем.